Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть Черепашки Ниндзя Легенды. И с первым вас сентября. Как говорится, днем знаний. Так, забираем с тобой награды и переходим сюда. Открыть колоду. С удовольствием, бесплатную, конечно же. Что мне там выпадает? Паукус. Ну что там еще, звонки всякие нелепые. Так, забрали. Дальше у нас пройти серию. Давай быстренько, наверное, в серию испытаний пробежимся. Вот здесь, пожалуй, будет оптимально для нас. Возьмем Армагона. Так, так, нет, Дони не буду. Вот такой командой. Я думаю, у нас все очень даже хорошо и быстро получится. Тем более против этих роботов. Давай, наверное, укусик для начала. И... ну, вот так вот бомбанем. Плюс удар. Так, не вырубил он, к сожалению, пока. Так, а здесь будем... давай, наверное, вот так вот ракетами шваркнем. И валуном. Все? Я думаю, что все. Упадет он. Крысиный король. Плюс усиление блока. Я не знаю, что такое, ребята, усиление блока. Забираем наши награды. Так, ну что, пойдем сражаться в легких, сложных и вообще во всех боях. Так, мы решили кого прокачать. Древая моя голова. Микеланджело видение, по-моему, да? По-моему, майки мы хотели прокачивать. Да. Давай, 4 кошки Манека нам нужно. Есть одна. Вторая. Вторая. Так, третья. И четвертая. Так, 4 кошки мы собрали. Дальше что нам нужно? 10 ящиков с инструментами. Сейчас начнется волокита. Первый ящик пошел, второй пошел, третий пошел, четвертый тоже тут. Четвертый, блин, давай пятый. Пятый. Шестой. Седьмой. Восьмой. Девятый и последний, десятый ящик. Е. Так, ребят, мы сразу прокачиваем скилл до второго уровня. Ха-ха, массовая атака. У вас белочка. Точно, у вас белочка. И заодно уровень еще поднимем. Хотя уровень надо было поднимать Карайки, но... на нее слишком много мутагена надо. Нам бы не хватило в любом случае. Так, ребят, ну все, вроде бы эти сделал, это сделал. Теперь у нас... так, жетоны. У нас, как говорится, отсутствует девичья сила. Давай сразу же тут попробуем немножечко пофармить. Кукла Дарума. Так, 40 жетонов, хоп. И еще 40, того 80. 3 бакса. Так, Шинигами. Камень Талик. Опа, еще 40. Нормально, 120 жетонов. 120 жетонов уже получили. Кто-то из подписчиков спрашивал, кто такая Алапекс. Ребята, Алапекс это вот, как мне пояснили, что это родная сестра Тигриного Когтя или Шархана. Так, ну что, здесь мы все выполнили. И теперь, конечно же, турнирка, ребята. Лига Сёгунов 2 звезды меня вообще не устраивает. Поэтому я предлагаю буститься. Прорваться вперед. Раз, два, три, четыре. Он думает, что я буду с ним на равных драться. Да вот кукуш тебе с маслом. Через Усаги. А это говорит о том, что сейчас Усаги просто-напросто хоба с вертушки сразу всех, наверное, уложит. Не, ну вряд ли он всех, конечно, уложит, но урон нанесет конкретный. Такс. Давай. На. Так, и добивочный. Все, ребят. По красоте. Ну что, пробегаемся дальше. С 83-го места мы переходим на
66-е. Возьму Бакстера. Так мне интересно, когда ты побеждаешь сотыми уровнями. Писали мне в комментариях. Ребят, ну я вам еще раз говорю, времени мало, времени в обрез. Тем более сейчас у меня две ночные смены будут. Я не смогу играть. Мне нужно взять преимущество. А уже каким способом мы берем это, как говорится, уже мало фактор. Понимаешь, да? То есть мне главное взять с запасом, чтобы через две смены я пришел, и я не находился где-нибудь там в лиге самураев, чтобы нормально, спокойно мог дальше проходить к топовому месту. Вот и все. Как говорится, на войне все... Как там, на войне все... Все шансы хороши, или как там? Как там говорится-то, все планы, все действия. В общем, на войне как на войне. Вот мы сейчас будем бомбить их, и все, ребят. Так, с 55 места переходим на 40-й. То есть 15 ступенек мы, грубо говоря, перелетели. Возьму я Дони. Слушай, Дони, блин, мы в тот раз с тобой взяли Дони одного. И что он сделал нам? Показал. Показал, как надо фейлиться на ровном месте. Вот это он нам показал. Так-с. Ну что, давай начнем потихонечку. Бэмс. Ну что, сразу же минус броня. Дони дожгешь. Красавчик, ну... А трог, кстати, ребят, другого я не ожидал. Потому что, ну, это толстый носорог. Толстокожий. Он так же, как этот. Как и Рокстеди. Так же, как точно Бибоп. Фиг ты его пробьешь. Слушай, сейчас уже у нас будет Лига Сюгунов 3 звезды, да, правильно. И... Так, уйди отсюда. И... Что? Это о чем говорит? Это говорит о том, что у нас будет просто 3 звезды. Вот и все. Кстати, надо будет сегодня в ХКР-ку зайти, посмотреть. У нас же 1 сентября. Новый месяц, поэтому... Забираем там награды и начинаем тоже сезон. Конечно же. Надо продолжать гонять. Ну что, 9 место уже. Все время нам 16-21. Нам выше не дают. Я не знаю, с чем это связано. Как думаешь, Кужеголовый сможет один бомбануть 60-59 уровней? Ну, своей, естественно, этой массовой атакой. Когда он ложится и начинает пробивать их всех. В легкую, просто, ребята, в легкую. То есть у него довольно мощная такая атака получается. И вот мы и в Лиге Сёгунов. Так, ну я хочу, естественно, добраться хотя бы до Лиги Мастеров сегодня. Что это такое? Мы вчера были, по-моему... А нет, вчера мы не добрались, ребята, вру. Вчера мы не успели дойти До Лиги Сёгунов 3 звезды. Мы на 2 звездочках остановились, точно. Сегодня мы планочку уже, как говорится, подняли. Что ты, Карайка, ну отвали. Постепенный урон еще вешает. Давай-ка поставим, наверное, защиту. Ты посмотри, тут еще уклонение влупило, а? Не зря я, ребят, поставил. Так. Это что, это получается, ребята, что по инициативе наша команда это вообще отстой полный. Понимаешь? Вообще полнейший отстой. Несмотря на то, что Крис Брэдфорд у нас тут, извини меня, да? Джастин, блин. Тимберлейк, блин. Так. Блин, это иммунитет, а иммунитет мне нафиг не нужен. Я не знаю. Ну давай, попробуешь пробить-то. Я не... Сможешь, нет? Тут ты смог. Так, этот оглушен. Это уже сходило. Шреддера. Пробьем, интересно, мы его. А это еще и ускоряет команду. Блин, наверное, Карайку все-таки попробую звездануть. Звезданул, называется. Давай хоть так попробуем. И пробьешь? Нет, 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 нет. А, он иммунитет. Фух. Тогда живем, ребят. Тогда я тебе скажу одно, живем.
Но если бы он захотел, ребята, он бы мог бы кроликов мне тихо шатать, поверь мне. В легкую просто-напросто. В общем, нам повезло здесь. Вот, делай выводы. Крис Брэдфорд и Джастин просто обделались на ровном месте. Понимаешь? Просто обделались. Они ничего не смогли сделать против наших врагов. Вот и все. Они просто тупо стояли и ждали, когда нас там будут бомбить все. От Карайки до Шреддера. Вот такие вот дела. Вот, видишь, что Ваня делает? Ваня просто без разговоров достает базуку и бомбит. И практически весь отряд уничтожает. Тут остается просто добить. И по инициативе хорош мужик, да, как говорится. И по урону не отстает. В отличие от Криса и Джастина. Прям слов нет. Прям они меня вот разозлили. Вот серьезно говорю. Хоть мы и не потеряли никого, но... Не знаю, что-то накипело. Так, ладно, Супер Шреддер, твой выход. Блин, у нас еще... Еще столько бойцов, ё-моё. Неотыгранных. Ну, придется брать откаты. Без этого, как говорится, никуда. Замечательно, добиваем. Все. Кейси Джонсу, да, ребята, в этой маске ему только, блин, в фильмах ужас сниматься там, как этого, про Джейсона. Он же там в маске-то всех чпокал. Так, ну что, Макман. Я на тебя, Макман. Я на тебя полагаюсь, Макман, так что не думай. Не дай боже ты не сделаешь то, что я от тебя хочу. Красавчик, молодец. Нам тут только добить надо. Оба, кабанина. Давай своим задком. Серьезно. А так если... Донни против Донни, фигня получилась. А если возьмем нарог? Е, пробили. Вот как по мне, вот этот носорог, по-моему, самый безобразный. Да? Все как-то сделаны прикольно, а вот этот как-то вообще... Он, во-первых, какой-то горбатый, у него такой горб там... Или складки на шее, я не знаю. Самый противный, который может выглядеть. Так, ну что у нас тут остается? Зэк, Железноголовый. Знаем мы эту команду. Особенно Железноголовый, который еле-еле ходит. Бросаем бомбу. Дальше... Давай вот так, наверное, уложим его. Замедление и так стоит, но еще одно не помешает. Рубанем, наверное, здесь. И ракетами добьешь, Железноголовый. Красавчик. Видишь, когда он ходит? Самый, блин, последний из всех. Да, Лига... Лига ребят мастеров уже не за горами. Я прям уже вижу, как она нам машет лапкой. Так, выходит у нас Крэнк. Ну, с Крэнком-то, ребят, можно взять кого угодно и не бояться. Потому что Крэнк — это сила, это мощь. Вылазит постоянно из своего измерения. Ну-ка, продемонстрируй ребятам, насколько ты хорош. Красавчик. Никто даже не сомневался, что он так сделает. Но давай там девятую, восьмую. Восьмую позицию дает. Неужели 16-22? Ну вот. Раз, два, три, четыре, пять. Но опять же, друзья, 67 уровень у нашего противника, а мы 70-ники взяли. То есть разница всего в 3 уровня. Это очень мало, если хочешь знать. У них все равно, вроде бы как бы мы чуть-чуть как бы их... повыше по уровню, но поверь, по прокачке они будут круче, чем я. Это даже уже, это уже даже видно невооруженным глазом, ребят. Так, Тимати, тебе придется, блин, постараться. Знаешь, что самое обидное, что здесь нет хила. В нашей команде в данный момент даже я не могу залечить раны им. Тимати, стой, держись, парень. Да что ты, блин. Так, у него две атаки, да? Бедный Тимати, там его колбасят. И так, и сяк. Давай лучом бомбани.
Донни, давай, давай, не подводи меня, главное. По красоте. Так, шипы. И добивка. Фух. Да, Корейка, хоть у нее инициатива очень большая, но ты видел, как она по здоровью хромает. О, ребят. Один удар и пол хп у нее отнято. Ну, а мы с вами перешли на Лигу Мастеров. Правда, пока одна звезда, но это только начало. 16-22 я возьму здесь. И уже придется, ребята, брать. Уж извините, но через Шреддера. Шреддер, например, и... А, тут уже все. Тут уже, ребята, пахнет концовочкой нашим разборкам. Давай, Шреддер, не подведи меня. Красавчик. Так, вот этого кабанито нам надо как-то вырубить. Слушай, крысиный король, если ему прокачать, я не знаю, ребят, по фулке, наверное, будет очень круто. А, у него, по-моему, так по фулке, да? Мы же его прокачивали по скиллам. По-моему, прокачивали, поэтому он так и наносит неплохой урон. Так, давай возьмем, наверное... Давай возьмем Армагона. Так, так. Так, так. Ну, Эйприл-то Армагон должен ушатать сразу же. Тут самый злой — это Лео. У него очень мощная атака. Но не судьба нам ее ощутить, и слава богу. Поэтому переходим с тобой дальше. Тут осталось совсем... немножко, буквально еще 68 ступенек перелететь. И мы с тобой будем в Лиге Мастеров 2 звездочки. Но мне кажется, у нас не хватит персонажей. Да, конечно, не успеем, ребят. Тут одна заходка еще осталась, и все. Жаль, конечно, жаль. Я думал, что в Лигу Сёгунов хотя бы 2 звездочки мы успеем добраться. Но не свезло, так не свезло. А что ж поделаешь? Что ж теперь, плакать, что ли? Будет день и будет пища, как говорится. В следующий раз обязательно дойдем. Ну, хотя бы полтишок взять было бы уже неплохо, ребят. Полтишок-то мы возьмем. Так, давай возьмем, наверное, вот эту вот. Хоп. Хоп. Раз, два, три. Можно было бы, кстати, одного Армагона взять, и тогда бы мы всех отыграли. Угу. Что-то я как-то не подумал об этом. А давай проверим, сейчас он... Ай, Шреддер, я думал, Армагон будет ходить. Ну, вообще, четенько, на самом деле. На всех повесил постепенный урон. Даже если бы мы с тобой не взяли бы Армагона, они бы отдуплились. Ну, мы бы еще и помогли бы им тут немножко разобраться. А так, все окей. Все, ребята, шикарно. Место мы зарабатываем с вами 42-е. Я считаю, неплохое место. 160 пока осколков у нас. 160. 160 плюс 75. Ну, там будет 200 с лишним. Да, нам еще, ну, 2 недели как минимум, ребята. Эту неделю. И еще 2 сверху. Это как минимум нам надо будет для того, чтобы, ну, заработать платиновые осколки для прокачки персонажа. Пиццы у нас мало, всего лишь 22 штуки, но разочек я, наверное, смогу все-таки найти, да? Микеланджело видение. Так, что? Катушки с пленкой. 10 штук их нужно будет найти нам. А, все, все, ребят. Ну что, друзья, тогда на этой ноте я, пожалуй, буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!